Дорогие наши покупатели, мы хотим показать вам, как работают игрушки. Сейчас мы откроем для вас игрушку. Достаем пингвинчика. Кидаем его в воду. Начинаем наполнять его водой. Вот он у нас наполнился, и пингвинчик вылупился из лица. Можно посмотреть, что он работает как леечка, по принципу. Думаете, водичка, когда она высыхает, то пингвин прячется обратно в коробочку. И сейчас мы вам покажем, как лицо работает в качестве брызгалки. Вам нужно опустить его, перевернуть на бок. Пингвинчика нужно держать именно за туловищем. Вы начинаете нажимать на шляпку, на вот эту верхнюю скорлупу, она работает как кнопка. Тем самым вы заполняете пингвинчика водой. Теперь вы его поднимаете. И также, держа за туловище, нажимаете на верхнюю скорлупку. И все функции игрушки работают. Пользуйтесь удовольствием.